Вторая половина года – время выявления самых достойных жителей Самарского региона. И это стало уже доброй традицией. Более десятка лет в области проводится акция «Народное признание». Ее победителями становятся те, кто вносит заметный вклад в жизнь региона. Акция проводится с 2008-го, и Сергиевский район – постоянный ее участник. Наши земляки заявляли о себе в полный голос. Нет сомнений, так будет и на сей раз. Даже несмотря на то, что правила проведения акции несколько изменились. На сегодняшний момент акция проходит в два этапа. Первый этап муниципальный, и на уровне муниципального этапа уже комиссия муниципальная, она оценивает те заявки, которые поступают от номинантов. Условия те же самые, то есть выдвигает инициативная группа номинанта, подается портфолио, где описываются его достижения, определяется номинация, в которой хочет принять участник участие. Всего в рамках муниципального этапа от инициативных групп было подано свыше 30 заявок. Лучших будут определять по 6 номинациям. «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победы», «Герои нашего времени», организации и предприятия поборются за главный приз в номинации «Единство и успех». Отборочный этап предусматривает открытое голосование. Из процента проголосовавших, общего количества, ну, голосующих, да, у нас, мы будем смотреть, какой процент за каждого номинанта проголосовало. И уже потом определять и протоколом с пакетом документов этого участника мы уже посылаем на область. Голосование будет проходить до конца сентября в администрациях поселений, а также в домах культуры. Победители муниципального этапа представят район на областном, по итогам которого члены жюри и определят тех, кто войдет в список для решающего голосования. Награждение же победителей акции планируется на декабрь. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».